Приветствую всех на своем канале, с вами Елена Смирнова. Это видео по новой криптомонете Proud Money. Я не могла не сделать это видео, так как у меня есть партнеры, рефералы. И очень важная новость. Ребят, все хорошо, кран как работал и платит, все замечательно. Значит, просто нужно, кто брал адрес биржи Криптопия, нужно монетку срочно переводить. Вот я сделаю сбор. У меня сейчас 7000. Ой, это даже не 7000. Я уже запуталась в этих монетах. Сейчас я вот соберу монетку свою. Значит, мне пришло на почту письмо. Вам должно тоже. Это в том случае, кто не скачивал кошелек на компьютер и брал кошелек с биржи Криптопия. Вот мне 3500 начислили, стало 10500. Значит, какое пришло письмо? То, что они с биржи Криптопии уберут монетку эту. Вот, Proud Money номер 8. Вот она. И, возможно, у кого-то есть еще монеты. Может, мое видео покажется вам как бы полезным, правильно? Значит, они дают месяц с сегодняшнего дня, с 28.05 до 28.06 надо перевести эту монетку. Эта монетка есть на бирже CREX 24. Я как бы кошелек не стала скачивать. Я взяла, зашла на биржу, как бы у меня там уже есть монеты, и я взяла оттуда адрес и перевела с этой Криптопии на другую биржу, чтобы они были там. Так, долго у меня грузит компьютер. Значит, я хочу показать, как переводить эту монетку. Ладно, пусть грузит. Так, вот наша Криптопия. Я покажу пример на другой монете, ладно? Потому что это у меня, я уже все перевела. Вот. Вот у меня монетка есть Pincoin. Значит, у вас будет Proud, вот эта монетка. Нажимаете вот на красненькую WinDraw. Сейчас вас перебросит на вывод. Значит, вот тут будет у вас такая форма, только Proud Money. Так, что вы делаете? Сейчас я это все сотру. Так. Сюда вставляете, вот сюда адрес, куда вы будете переводить. Как я сказала, я адрес брала на бирже CREX 24. Вот сюда я вставила адрес. Так. Нет. Не сюда я вставляла адрес. Подождите, я запуталась. Я вставляла вот Pincoin адрес. У меня вот у вас будет Proud адрес. Вот сюда. Вот в эту вкладочку. Сюда вставить сама уже монета автоматически ваша должна встать. Как бы, да? Сюда вставите сумму. Далее нажимаете вот сюда send код. Вам на почту должно прийти письмо с подтверждением. Так, значит, письмо с подтверждением. У меня почта переводится. Сейчас я вам найду это письмо. Так, 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 Криптопия, WinDraw. Вот оно, мое письмо. У меня что получилось? Вот у меня, смотрите, нужно подтвердить вывод. Вам придет как бы... Сначала вам придет код. Вы введете в поле код с почты. Вот так. Вот сюда нажмете, вам придет письмо. Вы введете в это поле код. Нажмете Next. Далее. Опять вам придет письмо на почту уже вот такого типажа. У меня здесь вот это все было некликабельно. Мне монеты не пришли.
Я как так, конечно, я запаниковала, извините меня, у меня там тоже немало монет. Что вышло? Вот видите, у меня все переведено как бы с автоматом на русский язык. Нужно нажимать исходное письмо, и вот уже становится все кликабельно, чтобы был оригинал. Вот нажимаете уже, видите, все кликабельно. Вот на эту вкладочку подтвердить вывод ваш нужно подтвердить. И буквально в районе, ну сколько там, даже меньше чем 5 минут, мне уже моя монета поступила на биржу. Я уже в службу поддержки собиралась писать, что как так, потому что биржа, я знаю, что Криптопия, биржа, она хорошая. Вот. И там все без задержек. Вот Proud, Proud Money и мои монеты. У меня 0.33 монеты. Ну, согласитесь, ну, немало, правильно? Где брать адрес? Я уже показывала, вот здесь я вбила. Вот, нажимайте счет. Это будут ваши кошельки, там очень много криптовалюты. Вот в это окошечко вводите, чтобы не искать, потому что там криптовалюты слишком много. Proud. И вам выскочит сразу вот такое появится, да? Это монета. Нажимаете пополнить, и вам сгенерируется адрес ваш. Вот сейчас генерируется адрес. Так. А монета хорошая, тем более она пошла как бы сейчас в рост. И потерять, согласитесь, как бы, да? Вот. И ваш адрес. И я вот этот адрес это, вставляю опять на кран. И как бы, да? И все, и я по новой собираю. Внизу вот здесь будет партнерская ссылочка. Это все обнулится у вас. И... как бы все по-новому, и реферальная ссылка будет другая. Вот. Надеюсь, моя информация была полезна. Кому интересно, собираем монету. Хотите, берите адрес с CREX24, или можно устанавливать, скачивать Windows Wallet. Это или Max, или Lumix. Это уже на ваше усмотрение. Я пока на биржу. А там, если уже, если прижмет, уже тогда будем устанавливать на компьютер кошелек. Ну что, на этом все. Всем удачи. Надеюсь, моя информация была полезна. До новых встреч.